Вопросы безопасности обсудят завтра в Бишкеке главы правительств стран ШОС. Премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагынтаев уже прибыл туда и встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызской республики. Стороны обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества, а в преддверии саммита ШОС в Бишкеке уже действуют беспрецедентные меры безопасности. Введено ограничение на ношение огнестрельного оружия. Сдать его попросили тех, кто живет вдоль правительственной трассы, либо в районе, где остановятся высокие гости. На время проведения саммита милиция Кыргызстана несет службу в усиленном режиме. Порядок в Бишкеке и пригороде обеспечивают 3000 силовиков. Это чрезвычайные меры в связи с тем, что в Кыргызстане осложнилась, ну, скажем, обстановка. Ну, если мы вспомним взрыв китайского посольства, очень различные религиозно-экстремистские деятели у нас позапрошлого, еще ранее не дают покоя народу, уже в центре города стрельба была, вы знаете это все.